Сегодня на сборке очередной велосипед на литье. На этот раз детский складной двухподвес. Колеса вот я пока даже не пойму. 20-е колеса. Смотрите, какой камуфляжный цвет. Офигенный велик. Самое интересное, он весит 25 килограмм. Он тяжелее даже, чем взрослый фэтбайк. Я еле его сюда затащил. Значит, что мы здесь делаем? Поскольку велосипед маленький, для маленького ребенка, мы снимаем тройник спереди. Ставим сюда одинарную звезду с короткими шатунами. Потому что, посмотрите, да, то есть педаль просто по земле бьется. Ставим короткие шатуны, ставим одинарную звезду. А сзади, не знаю, наверное, может быть, фривил поставим на одну звездочку. И уберем вообще все передачи. Ставим только тормоза. Посмотрим, что получится. Поставили впереди систему на одну звезду. Передний переключатель оставили как натяжитель. Сзади поставили короткий. Точнее, переключатель с короткой лапкой, чтобы он до земли не доставал. И, соответственно, тормозную ручку сделали одинарную вместо комбо.